незалежність як, як свобода, свобода слова, свобода вибору для кожної людини, то у нас можна сказати, можна вважати, що, що вона є як такова, але, але якихось сильних рішень, якихось важких, які приймають в Києві в Раді, то це вже не наше діло. Скажіть, будь ласка, а ви незалежна людина? Ну, напевно. Як це проявляється? Ну, я маю своє вільне незалежне життя, я маю свій вибір, що я буду робити сьогодні, що я буду завтра їсти чи пити. У нас рубрика «Слово дня», розбираємося в значенні слов. Що таке незалежність, як ви думаєте, або як ви знаєте? Ну, свобода, мабуть. А що? Не знаю. Мабуть, це добре. Ви незалежний чоловік? Да. А як це проявляється? Ну, як би сказати, я осуществляю свої бажання. Які у мене з'являються, я можу їх осуществити. Яке останнє незалежне бажання ви осуществили? Я осуществила своє бажання. Ну, недавно я была в Европе, например. И как? Прекрасно. Свобода. Еще? Свобода действий, свобода слова, свобода выбора. Вы независимый человек? Конечно. Как это проявляется? Я делаю, что хочу. Могу говорить, что хочу. Меня никто не, не угнетает. Ну, к примеру, то, что я сейчас хочу сделать, мне мешает сделать уголовный кодекс. Ну, пока что. А так? Ну, я не знаю. Поцеловать мою девушку. У вас есть такая возможность. Не грабьте и не бейтесь. То есть вы хотите кого-то ударить? Нет. Вы хотите кого-то ограбить? Нет, я этого не говорю. А что вы хотите? Сейчас ничего. Я не считаю себя независимым человеком. Нет, я за... Я зависим от настроения своей жены. От настроения своей жены? Да. Ой, а какое настроение у вашей жены бывает в основном? Все время хорошее, но иногда нет. А когда нет, то что? Что с вашей независимостью происходит? Полностью ее теряю, 100%. А как? Вот как это потерять независимость? Я ее иногда хочу потерять, но у меня не получается. Дайте мне совет, как потерять независимость? Ну, найти себе правильную пару в жизни, сразу потеряете мгновенно. Ваш муж говорит, что он от вас зависим. Что же вы его заставляете делать, что он такой зависим? Исполнять все желания. Какое последнее желание исполнил ваш муж? Привез меня скушать штрудель. Это сегодня? Это сейчас. Вы уже скушали? Нет, только идем. Ой. Единственное, что я вам могу пожелать, это приятного аппетита, вкусного штруделя вам. Независимость? Да. В каком смысле? Независимость для страны, ну, это само название за себя, в общем-то, говорит. Я даже не знаю, как ответить. А что такое независимость для вас? Для меня? Ну, это когда ты делаешь, что хочешь, и никто тебе не указывает. То есть вы независимый человек? Ну, не совсем, но... От чего вы зависите? От работы, от общества, от друзей. Какие независимые поступки вы делаете? Вот что вы хотите сейчас сделать? И вы знаете, что никто вам не запретит это сделать. Могу пойти, куда захочу, наверное, прямо сейчас. А куда вы хотите сейчас пойти? В Макдональдс. А что вы будете там кушать? Почему вы спрашиваете? Ну, потому что мне интересно. Закажу картошку фри. Это будет независимый поступок? Нет, это будет просто то, что я хочу сейчас сделать. Независимость. Ну как не зависеть ни на кого? Быть самостоятельным, ответственным за свои поступки. Это быть независимым, я так считаю. Не зависеть ни от кого, как вот человек не зависит. Надо работать, надо быть независимым. Это такое мое мнение. Я всегда говорю своей дочке, ты должна быть независима. Ни от мужчины, ни от родителей. Должна быть сама, самостоятельна, как наша страна. Должна быть самостоятельно независима. Да. Это когда страна сама за себя отвечает, когда она сама может свои потребности удовлетворять. Потому что когда есть, ну, нет незалежности, то страна просит помощи у других. А если она незалежна, то она должна сама решать свои проблемы, не прося помощи ни у кого-либо.
Да, я хочу поздравить нашу страну с Днем независимости, так как она уже... Но пока что она еще не совсем независима. Все-таки она еще просит помощи, но я надеюсь, что в будущем она станет крепкой, сильной и независимой страной. Це коли ми самостійно можемо приймати рішення і самостійно вирішувати питання, що стосується нашого життя, нашого майбутнього, теперішнього. Не знаю, я заміжня, мабуть, залежна. Бажаємо всім міцного здоров'я, незалежності в серці, в думках. І наша Україна дуже красива, дуже багато хороших людей мудрих. Незалежності нам всім. Ну, незалежність – це свобода. А що? Ну, це повна свобода. А ви незалежний чоловік? Звісно. А як це проявляється? Ще не вмерла і не вмре. Хто? Україн. А ви? Независимый человек? Независимый человек. Как это проявляется? Мне смущает этот парень. А что здесь нет? Засмущав оператор. Ну, немає тут оператора. Добре. Так. Врасполох вы меня застали. А вы тоже независимые, да? Зависимые. От чего вы зависимые? От жизни, от работы. Это что, комплекс? От семьи. Это комплекс или что? Это зависимость. Как вы глубоко копаете? Незалежність – можливість приймати самостійні рішення, які підкорюються власним бажанням та інтересам і не потребують зовнішніх вказівок та наказів. Незалежність для держави – політична самостійність, відсутність підлеглості, суверенітет.